В этом сезоне у череповецкого волейбола уже есть две медали. Золото завоевали волейболистки «Северянки-2» высшей лиги «Б», а главная команда города и области «Северянка» стала серебряным призером высшей лиги «А». И вот эту великолепную компанию готовы дополнить самые юные волейболистки из «Северянки-3». Эта команда существует всего лишь первый год и одновременно является сборной России девушек до 16 лет. И в первой лиге девушкам практически не нашлось равных. На данный момент «Северянка-3» выиграла все матчи. У нас единственное преимущество нашей команды – мы молодые. У меня команда самая молодая – 14, самая старенькая – это 16 лет. Поэтому у меня есть одно преимущество – не у меня, а у команды. У них есть будущее. У них есть будущее, они могут заиграть на хорошем уровне. Все будет зависеть от того, как они работают, как будут работать. Поэтому команда с будущим. В финальном турнире принимают участие 5 команд. Накануне «Северянка» стартовала с более чем уверенной победой над «Гатченко» из Ленинградской области. Итог матча 3-0. Победительницы уложились в 50 с небольшим минут. Сегодня соперником была команда «УОР» из Кургана. Снова на площадке полное доминирование хозяек зала и убедительная победа в 3 партиях. Таким образом, место не ниже 3-го, а значит призовое у череповчанок уже в кармане. Но, естественно, есть большое желание выиграть медали высшей пробы. Еще нам поставили такое условие: не выиграете первое место, не поедете домой. Это достаточно весомый аргумент сейчас. Впереди у «Северянки-3» еще 2 матча. Турнир завершается в субботу, 30 апреля. Сразу после окончания заключительной игры пройдет праздничное награждение призеров чемпионата России. Сначала в первой лиге, а затем и двух других волейбольных команд «Череповца». Владимир Сентябрев, Анатолий Холин, новости.